Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Сегодня разберемся, сколько может быть жестких локальных и системных дисков на вашем компьютере. В системном блоке, то есть внутри коробки, где расположены все основные составляющие компьютера, может быть несколько жестких дисков. Для безопасности один диск разделяют на несколько. В один устанавливают операционную систему, например, Windows, а на другом хранятся файлы. Если нужно будет переустановить Windows, то стирается одна часть диска, а все фотографии и видео на другом диске лежат в безопасности. Виртуальное разделение жесткого на локальные диски выполняют не только за счет удобства организации, но и потому, что разделенные части никак не взаимодействуют друг с другом в хранении файлов. То есть, если с одним диском что-то произойдет, то с другими ничего не случится. Для вашего удобства я рекомендую сохранять программы на системном диске, а на локальном хранить всю остальную важную информацию. Так безопаснее. В следующий раз поговорим о встроенной справке. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.